Привет! Хочу сегодня вам предложить идеи завтраков на неделю вперед. Завтраки все будут разные, но совсем не сложные и не требующие длительного приготовления. И часть заготовок для них я сделаю заранее, чтобы сократить утром время приготовления завтрака. А в воскресном завтраке вас ждет нечто потрясающее. Обязательно досмотрите до конца. Начну делать заготовки. Готовлю соус маринара, который мне понадобится для трех завтраков на этой неделе. Произвольно, но не очень крупно режу репчатый лук, который обжариваю в оливковом масле прямо в кастрюле. Как только лук стал мягким, выкладываю банку консервированных томатов в собственном соку. У меня сегодня томаты целые, можно взять и резанные. Наливаю 200 мл воды. Ножом измельчаю несколько зубчиков чеснока и выкладываю в кастрюлю. Добавляю сушеные травы – базилик, орегано и тимьян. Соус немного подслащиваю, я добавляю фитпарат. На медленном огне под крышкой провариваю соус 10 минут и при помощи погружного блендера пюрирую его. Добавляю черный молотый перец и паприку. Увариваю соус, периодически помешивая, чтобы он не пригорел, минут 20. По вкусу соус солю в конце варки и добавляю бальзамический уксус. Бальзамический уксус можно заменить на лимонный сок. Провариваю соус 2 минуты и снимаю с огня. Соус маринара полностью остужаю и раскладываю по емкостям необходимое мне количество. Так как соуса получается достаточно много, часть его просто замораживаю. На крышке клею стикеры, в какой день буду этот соус использовать. Для двух завтраков готовлю отварную гречку. Хорошо ее промываю и отвариваю традиционным способом соотношение воды 1 к 3. По вкусу немного гречку досаливаю. Готовую гречку раскладываю по контейнерам. Использовать ее буду в понедельник и в среду. Еще одна заготовка. Для кекса заранее смешиваю сухие ингредиенты. Овсяные хлопья, цельнозерновую полбяную муку, заменить ее можно на пшеничную цельнозерновую, какао-порошок, разрыхлитель и фитпарат. Этот кекс буду готовить в четверг. И еще одна заготовка для кекса, которую буду делать в пятницу. Также смешиваю сухие ингредиенты, овсяные хлопья, цельнозерновую полбяную муку, разрыхлитель и паприку. К смеси добавила щепотку соли, закрыла ее и также подписала, чтобы не забыть, в какой день что готовлю. А теперь покажу каждый завтрак по дням недели. Понедельник. Готовить буду на небольшой сковородке. Выкладываю замороженную зеленую фасоль, замороженный кабачок и замороженную кукурузу. Наливаю пару столовых ложек воды и тушу овощи 2-3 минуты. По вкусу добавляю немного соли и выкладываю соус маринара. Как только овощи с соусом прогреются, выкладываю уже готовую гречку. Гречку с овощами прогреваю несколько минут, перемешиваю и завтрак готов. Соус маринара обволакивает гречку и овощи и наполняет их своим неповторимым ароматом. Гречка, кстати, очень хорошо сочетается с зеленой фасолью. Завтрак во вторник. Из холодильника достаю соус маринара и выливаю в порционную емкость для запекания. Разбиваю 2 яйца. Вливаю немного молока и посыпаю капелькой натертого сыра. Отправляю всю эту красоту в разогретую до 220 градусов духовку примерно на 10-12 минут. Как только белок запекся, запеченная яичница по-итальянски готова. Дополняю ее небольшим кусочком цельнозернового ржаного хлеба. Сверху посыпаю щепоткой молотого черного перца и мелко нарезанным базиликом. В среду на завтрак готовлю яичницу с гречкой. Уже готовую гречку прогреваю с небольшим количеством растительного масла на сковороде. Вбиваю 2 яйца и яйца перемешиваю. По желанию, конечно, можно приготовить яичницу глазунью. По вкусу добавляю немного соли и готовлю яичницу под крышкой. Как только белок схватился, снимаю с огня. Вроде все так просто, но это действительно очень вкусно. Яичница с гречкой. Дополняю ее свежим огурцом и зеленью. У меня сегодня немного рукколы. В четверг на завтрак готовлю шоколадно-кофейный кекс в кружке или маккейк. Сухая смесь у меня уже готова. Высыпаю ее в подходящую чашку. К сухой смеси добавляю растительное масло, яйцо, часть замороженной черники, немного оставила для украшения, и свежесваренный эспрессо. Все тщательно перемешиваю. Готовить кекс буду в микроволновке на самой большой мощности 2-2,5 минуты. Сверху на кекс выкладываю греческий йогурт и украшаю черникой и малиной. Зимой ягоды, конечно, беру замороженные. Еще добавила листик мяты. Кекс в чашке получается очень нежным и воздушным, с ярким и насыщенным кофейно-шоколадным вкусом, который прекрасно оттеняется йогуртом и ягодами. Завтрак пятницы – это сырный кекс в кружке. Сухая смесь у меня уже готова, высыпаю ее в чашку. Шарик моцареллы делю на две части. Одну использую для завтрака в пятницу, вторую – для завтрака в субботу.
Сегодня моцареллу режу небольшим кубиком. К сухой смеси для кекса добавляю яйцо и молоко, тщательно перемешиваю. Выкладываю нарезанную моцареллу и еще раз перемешиваю. Готовлю сырный кекс в микроволновке на самой большой мощности 1,5 минуты. Сверху на него выкладываю греческий йогурт и небольшую горстку рукколы, поливаю бальзамическим соусом. Немного необычный и совсем не сладкий кекс, но при этом тянутся такие замечательные ниточки моцареллы, и кекс внутри слегка влажный, очень ароматный и вкусный. Субботний завтрак – тосты из ржаного цельнозернового хлеба. У меня ржаной хлеб бездрожжевой из пророщенных семян. Режу хлеб на тонкие ломтики и делаю тосты. Каждый тост промазываю заранее приготовленным соусом маринара. Кладу тонкие ломтики моцареллы и листья базилика. Так просто, но при этом так вкусно. Хрустящий свежий тост, необычайно яркий пряный соус маринара, нежнейшая сливочная моцарелла и дерзкий базилик. Ну вот мы и добрались до любимого воскресного завтрака. В это воскресенье приготовлю необычайные французские тосты. Яйцо смешиваю с молоком и подслащиваю фит-парадом. Тосты буду делать из пшеничного бездрожжевого хлеба из пророщенных семян. Каждый кусочек очень хорошо обмакиваю в лизоне и выкладываю на хорошо разогретую сковороду без масла, обжариваю с двух сторон до золотистого цвета. Быстро выкладываю готовые тосты на тарелку, сверху на каждый кладу греческий йогурт. Ягоды можно использовать любые, у меня сегодня замороженная черная смородина. И поливаю тосты сверху сиропом топинамбура, можно использовать мед. Сразу же подаю к столу, пока они еще теплые. Это поистине завтрак выходного дня. Нежнейшие теплые сладкие тосты, густой мягкий йогурт, чуть кислые ягоды черной смородины оттеняются сиропом. Это невероятно вкусно. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до новых встреч!